Сюда пониже больше розовит. То есть разбил краплака. Прямое попадание солнца, оно более оранжево. А переход в тень, поскольку тень синит, мы это видим, уже более холодный цвет. Поэтому разбеливаем розовый. И туда уходит в перспективу светлая выпуклость скалы заслоняет ущелье, снова светлое заслоняет темное синее ущелье. Отблески этих светиков красноватых будут и на камнях здесь, на береговой. Это рефлексы и от облаков, которые мы еще дадим. Здесь у нас синее будет небо, там будет больше с розовинкой. Здесь синее небо будет оттенять цвет скалы освещенной. Там на ребро мастихина я прихватываю фиолетоватые замесы вот на ребро и создаю на воде проявление вот этого мусорка листьев. Которые по отношению к нашему углу зрения максимально горизонтальны, что и выражает идею горизонтальности плоскости. Их нужно не пересветлить, но в то же время эффект блеска показать. То есть это не белый. Давайте еще раз посмотрим. До белого далеко, да? До белого далеко. Пока здесь краска свежая, выполнить эту задачу удобно. По сухому пришлось бы работать исключительно кистью. А кистью вот такая рыхлятина получается с трудом. Поэтому я, прежде чем закончить сегодняшний сеанс, мигают красноты, розовости, сиреневости. Листья, когда под углом к небу определенным, будут отражать небо и, соответственно, давать сиреневый цвет. Подгнившие листья чуть коричневят, те, которые полежали.
одна ветка в тени, другая вышла на свет. Можно даже сухоньких веточек чуть-чуть. Сухоньких веточек чуть-чуть. О, уже содержание. Так, и немножечко посеребрил таким малоразличимым цветом, то немножко с зеленцой, то немножко с розовинкой, ну то в пользу зеленцы, то в пользу розовинки. И еще немного трону красниночкой, которая... Ай! Так, ну вот, пожалуй, и все. Надеюсь, вам эта работа пригодится для собственного исследования.